Мышление – это система сдержек и противовесов, где на одной чаше у нас авторитет, а на другой – сомнение. Это естественно вполне. Так, Ежи, какую литературу посоветуете на тему гражданской войны в России? «Окаянные дни» Бунина почитаю. «Мы Дениса» — это театр одного актера. Но вам не захочется покинуть зал. Свет, звук, декорации и, конечно, сам постановщик моноспектакля достойный золотой марки. Вы думаете, ну что, я играю с ящиками? Нет, это женщина, она так использует мужика. И мужик ломается! Просто у него... отваливается крышка. Так, внимание, все внимание. За 100 рублей я сделаю сигну. За 300 рублей я спою шансон. За 500 рублей я добавлю в друзья ВКонтакте. За 1000 рублей я разрешу ругаться матом. За 2000 рублей я сменю игру. За 3000... Наташа? Надо было зажать просто так. Даш, ты из какого города? Москва? Левша? Нет, ребят, Love FIFA, нет, я не... Так, ладно, пацаны, еще пару подписок, и мы идем в приватную комнату. Стоп, я что, сайтом ошиблась? Хотел, чтобы я выиграл один игру, когда здесь все ФК стояли. Вот. Я, типа, бегаю 21.5, а этот мусор 6.9, его общая ценность 5.000. У меня в голове это не так смешно звучало. Просто момент с уточками. Сейчас. Третье животное, второе свин. Уточки, потом свин. Кто следующий? Да мне вообще похуй на деньги. Не-не-не, я делать не ради денег, что не ради денег. Ни в коем случае, это совсем не важно до тех пор, пока вы не задонатите. Если вы задонатите, то я не против. Да мне вообще мало донатить, блин, у меня не получается стримить, я бы улучшил качество контента, да. Да вот, блин, задонатил бы кто-то. Но это не для денег, не, мне похуй на деньги, честно, вообще, именно поэтому у меня тут кнопка с донатом внизу экрана. Она там просто так висит, если вы задонатите, я не продам свою... О боже, чувак! Уважаемый стример, вот вам 100 рублей, прошу вас сделать что-нибудь, чтобы изгадить ваше вещание, потратить ваше время и время ваших зрителей, чтобы это выглядело наиболее унизительно. Короче, Андрюх, пошел в шкаф ебать. Блин, Ветров, ты не прав, да, закрытые, блядь, ну копейки дают, это нормально? Не знаю. Топ-дотер, топтян, тути, какие хорошие комплименты. Мои хорошие подписчики, няши. Как я вас люблю. Юля, и скинь Абу ВК лайкну. Пацаны. Наркотика у школе в сторонке сдавал.